Здравствуйте, друзья! Решил я показать вам ножи, приобретенные мной в Таиланде. Собираясь первый раз в Таиланд в прошлом году, я стал искать информацию в интернете о том, какие же ножи можно приобрести в Таиланде. Есть ли там у них какие-то национальные или там ножи кустарного производства. Но никакой информации не нашел. Вся информация в интернете сводилась к тому, что либо что в Таиланде продается, ножей своих нету, продается только китайская сувенирка. И кто-то написал, что где-то в Паттайе есть какой-то военный магазин, где продается натовская форма, и там можно купить штык-ножи, и там ножи Бундесвера и все такое. Ну, точно такой же магазин с натовской формой и ножами Бундесвера есть у нас в Можайске, ну, за исключением штык-ножей. Я такими вещами не особо увлекаюсь. Ну, в общем, поехал я без всякой информации по этому поводу. Но приехав в Паттайю, так как это самый такой популярный, известный курорт, первый раз я поехал туда, я стал искать и обнаружил там магазинчик, точнее не магазинчик, а огромный магазин-склад для местных, где местные покупают посуду, там продается мебель, посуда, мышеловки, всякая, в общем, домашняя утварь. Огромный такой хозяйственный магазин-склад. И в том числе обнаружил я там некоторое количество ножей. Первый экземпляр, который я купил, вот такой. Ну, это не нож, скорее тесак или мачете. Обычный сельхоз. Это сельхозинструмент. Это дермантин на заклепках. Такая самая обычная ножна. Вот так он выглядит. Тайцы используют его, я видел, в Паттайе и в Бангкоке. Похожие ножи. Обрубают верхушку у кокоса. Сок добывают, в общем, для кокосов. У меня он, конечно, применения я ему не нашел, кокосы у меня не растут, поэтому он просто висит у меня на стенке рядом с кукри. Длина его 395 мм, лезвие 260 мм, ширина в самом широком месте 65 мм и толщина 4,5 мм. Ну, сделан он достаточно неаккуратно, вот я вам даже покажу. Зазоры между накладками и металлом. Такой себе крестьянский нож. Второй предмет, который я приобрел, это вот такой вот. Ну что это? Тоже мачете какое-то своеобразное, тайское. Это предмет, ему я нашел применение. Я его использую для забоя домашней птицы. Очень удобно. Лезвие длинное. В отличие от топора уже не промажешь. Много там их было, но это было единственное с отверстием. Вот здесь. Удобно вешать на гвоздь. Я его взял. Он длиннее, 470 мм его. Общая длина лезвия 310 мм. Ширина 100 мм. И толщина 4,5. Сделан он. Я вам сейчас покажу. С одного и того же, вот с такого же железа, я не знаю, что это, вот видите, поперечные полосы, и здесь, рессора какая-то или что, тут одна, тут две, вот, такие вещи. В этом году, полетев второй раз в Таиланд, у меня был день в Бангкоке, это была суббота, и я поехал на рынок Чатучак, знаменитый рынок Чатучак, работает он только по субботам, воскресенье. Но я не особо рассчитывал что-то там купить, но походив буквально там 5-10 минут, я обнаружил в глубине отдел, увешанный разными там ножами, мечами, и купил там вот такой нож. Да, стоил он 260 бат. Кстати, вот эти ножи, вот этот стоил 140 бат. Ой, 160 бат. А вот этот 140 бат.
Вот этот нож в Бангкоке стоил 260 бат. Сделан он, конечно, гораздо более аккуратно. Никаких вот тут нету. Но я вам попозже покажу. Я долго думал, мне два понравилось там. Какой из них взять? Второй вот такой. В итоге взял оба. Они немного отличаются. И форма рукояти, и изгиб лезвия у них другой. Стоил он тоже 260 бат. Вот этот нож у нас длиной 320 миллиметров. Лезвие 205. Ширина 3,9, толщина 3,5 миллиметра. Вот, ширина 3,9 и толщина 3,5. Вот этот 293 миллиметра. Лезвие 170 миллиметров. Ширина 35 и толщина 3. Вот такие я приобрел в Бангкоке. Были там и длинномеры разные. Но я после этого, после Бангкока, я еще летел в Камбоджу, в Лаос, потом опять в Паттайю, и поэтому взял только два вот этих ножа. Прилетев в Паттайю, я пошел опять в тот же магазин, где покупал в прошлом году ножи. Таких ножей. Хотел я купить вот такой же нож, потому что я его использую, и он начал у меня маленькое лезвие выкрашиваться. Видимо, вот тут, если может, видно. Видимо, суховат он. Может, перекален, что-то. В общем, решил я взять еще такой. Но таких не было. Были только маленькие какие-то. Брать я не стал. А взял вот такой вот нож. Стоил он 109 бат. ТТХ его, длина его 310 миллиметров, лезвие 197, ширина 46 и толщина 4. Хоть и маленький, но такой достаточно массивный тесачок, ножичек. Большой нож или маленький тесак. Цена его, как я уже говорил, 109 бат, но, а вот этот, соответственно, 260 бат. Но отличия видны сразу. То есть он сделан вот такие же, как и большой нож. Вот у него эти полосы. И тут тоже здесь и здесь. Спуски у этого гораздо лучше сделаны. Ну, сам он поизящнее. И у этого тоже, я вам сейчас покажу, вот зазоры какие-то, чем-то там заляпано, неизвестно. Ну и стоит он в 2,5 раза дешевле. Таких я взял 7 штук. Я скинул по Виберу брату фотографию, он заказал себе и всей своей там поисковому своему отряду, поэтому себе я такой не привез, сейчас просто взял у брата, чтобы вам показать. Они ими там в лесу что-то делают, копают, не знаю. Ну, в общем, так, ребята, надеюсь, кому-то эта информация будет полезна. Да, вот этот магазин в Паттайе, если кто будет, если кому интересно, он находится там возле дельфинов. Большой торговый центр Центра Марина и Бикси. И вот на задах у этого торгового центра обойдете его сзади и сразу увидите, там прямо на улице мебель стоит, большой магазин-склад. И там вот такие вот ножи продаются. А вот эти в Бангкоке на рынке Чатучак. Ну, на этом, в общем, и все. Заканчиваю. Всем пока.